керамической посуды. Он открыл почти всю органическую химию в самом начале. Органическую химию. Я тебе рассказывал несколько раз, что все живые состоят из нескольких всего элементов, из видов атомов. Из углерода, кислорода, азота и водорода. И почти все живые вещества и так далее, они комбинации из этих атомов. Но их зато очень много комбинаций, и в них есть много интересных законов, которые надо было изучить. Какие соединения с чем соединяются? А?